Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «День студента». И с вами, как всегда, Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. А вместе с ним его замечательные ведущие, прекрасная Екатерина и солнечная Анна. Здравствуй, Ань! Привет, Кать! На той неделе грандиозный праздник, 9 мая, отметила вся наша страна. Скажи, да. Вот я думаю, это еще свежие воспоминания и эмоции об этом празднике. Скажи, как ты ходила вот, да. В Бессмертном полку? Действительно, остались свежие еще впечатления и эмоции. Я участвовала в Бессмертном полку, прошлась вместе со своим прадедом. Да ты что? Да, это было действительно мощно, очень такие эмоции, которые действительно не передать словами. Сохраняются в памяти ежегодно, наверное. Очень патриотический дух прям чувствуется. Наших граждан все вместе дружно, и дети, и взрослые, вышли и прошлись этой дорогой, и вспомнили действительно своих дедов, прадедов и вообще всех тех, кто защищал честь нашей страны. Мне тоже немного посчастливилось, скажем так. Я была в Москве на 9 мая, а в Москве 9 мая празднуют не так уж и слабо, грубо говоря. Я видела и шествие, и парад, но, к сожалению, с экрана, и дала себе слово, что в следующем году я обязательно поеду. И посмотрю все это вживую, на синхронную работу всех военных. Действительно, счастливчик, когда все смотрят в основном с телевизора, самый главный Красной площади парад, а ты увидела все практически вживую. Ну, практически. Ну, на большом экране, но хотя бы в одном городе. Давай переходить к нашим новостям, наверное. Я бы перешла к новостям, но у нас есть еще с тобой такой маленький пункт «Волонтеры Победы». Точно, волонтеры Победы. Да, поскольку 9 мая, все-таки нельзя опускать такой момент. Волонтеры Победы – организация, молодые студенты, которые поддерживают патриотический дух, помогают всем студентам ощутить вот это... Да и не только, наверное, студентам, а всем вспомнить о тех великих вообще временах нашей страны, которые действительно нельзя забывать, нужно всегда чтить память и передавать это из поколения в поколение. Как раз ребята из волонтерского центра обратились к нам, к студенческому медиа-центру, чтобы снять видеоролик к Дню Победы. Давайте его посмотрим. Чествуем погибших и живых. Тех, кто пал, отчизну защищая. Имена навек, запомним их. Жизнь они свою за нас отдали. С каждым годом все короче ряд. Очевидцев тех боев кровавых. Пусть же взрывы больше не гремят, не тревожат застарелые раны. Ваш геройский подвиг не забыть. Пусть бегут года неуловимо. На сирене бархатная кисть. Вашу честь цветет неопалимо. Да, действительно, видео еще раз заставляет вспомнить эти моменты. И действительно, очень важная тема, которую нельзя забывать. И ребята, мне кажется, достойно представили. Да, у меня прям мурашки прошли, когда смотришь все это. И хочется и как-то и с улыбкой сказать, что, слава богу, все это закончилось. И такая грусть, конечно, даже улыбаться не хочется. Но давайте перейдем к нашим новостям. Первая новость также касается и 9 мая, и нашего волонтерского центра. Бойцы поискового отряда «Память» ЧГПУ имени Яковлева вернулись со Всероссийской вахты памяти, которая прошла в Ржевском районе Тверской области. Вот что сказал командир отряда Николай Мясников о главном итоге работы отряда в этом году. Наш отряд поднял останки 14 красноармейцев, из них 5 доборов. С одним из бойцов был медальон с заполненным бланком. Он принадлежал Кочеткову Ивану Васильевичу, 1911 года рождения, уроженцу села Качкурово, Дубенского района Мордовской АССР. Иван Васильевич служил сапером в инженерных войсках и погиб 6 апреля 1942 года в боях за деревней Космариха. Согласно боевому донесению, его и еще 6 его боевых товарищей захоронили в 2 километрах от места гибели в братской могиле, а позже перезахоронили на мемориале в деревне Полунино. Однако это оказалось не так.
Его останки до сих пор лежали на месте гибели в лощине у ручья Добры. Ивана Васильевича ждали дома жена и двое детей, две дочки. Обе они живы, и одна из них живет в селе Качкурово, в родном доме, из которого отец когда-то ушел на фронт. Наш отряд везет останки и личные вещи бойца для захоронения на родине. Церемония должна пройти 13 или 14 мая в селе Качкурово. Ну, благое дело совершили. Очень наш. Тяжелое дело. Очень тяжело по останкам определить, да. Кто это, и дать снова жизнь, бессмертную, вот такую жизнь, как бы это ни звучало. Как хорошо, что есть такие ребята, которые занимаются действительно таким полезным делом, как поисковое движение. Да. Ну, а мы переходим к следующей новости. В первомайские выходные в столице Чувашской республики прошел 10-й межрегиональный турнир первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 года. В нем сыграли команды Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева, Севастопольского государственного университета, Калининградского государственного технического университета и Дальневосточного федерального университета. Организатором турнира выступил Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Соревнования прошли при поддержке Международного студенческого футбольного союза, Национальной студенческой футбольной лиги, Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики и Федерации футбола Чувашской республики. У нас есть видео про этот футбол, да. Про наших ребят. Давайте его посмотрим. Никита Шиневич, футболист ФГУ. Никита, сегодня очень активно начали встречу, больше атаковали, чего не хватило для победы? Не хватило реализации. Было много моментов, мы старались создавать их, но, к сожалению, подвела наша реализация. Главный тренер ФГУ Сергей Шиманский. Что сегодня не получилось у команды? Вышли очень агрессивными, настроенными, но забить так и не удалось. Да я бы не сказал, что не получилось. Наоборот, все получилось. Единственное, не получилось – это гол забить. Знаете, в свете того, что мы анализируем свою команду и радует то, что ребята, вот они реально растут. Чувашской республики. Футболист ДВФУ Лев Маневич, поздравляем с победой. 3-2, очень тяжелая победа. Поделитесь эмоциями от матча. Ну, тяжелая концовка, но дотерпели. Забили 3 гола во втором тайме. Валерий Дзень, футболист ФГУ. Дубль. 7-0 команда победила. Поделись своими впечатлениями. Хорошая победа, командная игра. Мяч только вниз положили, сразу начали появляться моменты. В первом тайме команда соперников держала удар. Мы свои моменты использовали. Во втором тайме уже стало полегче, когда они подустали, а мы шли вперед, забивали. Главный тренер КГТУ Денис Горобченко. Что сегодня не получилось у команды? Пропустили в самом конце обидный гол. Ну, гол обидный, но не смогли забить. То есть, как бы, самая проблема в том, что у нас не хватает нападающих. У нас потенциальные защитники вынуждены играть в нападении. Поэтому, ну, вот из-за нехватки состава так и получается.
Даже несмотря на такую непогоду, все равно футбол был отыгран, и все награды завоеваны. Прекрасно. Ну а сейчас хочется упомянуть свой родной факультет иностранных языков. Студенты факультета иностранных языков Педагогического университета стали призерами региональной олимпиады по иностранным языкам, которая прошла в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова. В олимпиаде приняли участие студенты 3-го, 4-го и 5-го курса из 9 высших учебных заведений Поволжья. Студентка французского отделения Анна Игнатьева заняла 2-е место, и студентка английского отделения Анна Чернова 3-е место. Ну что, достойные новости с твоего факультета, а мы переходим к следующей новости. 11 мая состоялся турнир по мини-футболу среди спортивных команд национальных культурных объединений республики. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Все участники турнира – студенты высших учебных заведений республики. Первое место заняла команда «Аваза» нашего с тобой университета. Второе место заняла команда «Атл», также нашего университета. А третье место одержала команда «Таджикистан» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Лучшим вратарем турнира стал Василий Андрей, студент нашего университета. И лучшим защитником стал Хайтбаев Фархат, студент также нашего университета. Ух уж этот футбол. Да. Нам, девчонкам, лишь бы студвесну играть. Кстати говоря, о студвесне. Вчера делегация ЧГПУ имени Яковлева выехала в город Пермь для участия в 27-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна 2019». В составе делегации 26 студентов нашего вуза. На фестивале, который пройдет с 14 по 19 мая, студенты ЧГПУ выступят в номинациях «Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Художественное слово», «Бально-спортивный танец», «Эстрадный танец», «Эстрадная миниатюра», «Видеорепортаж», «Уличный танец». Это будет 17-й фестиваль «Российская студенческая весна», в котором принимают участие студенты ЧГПУ. С городом Пермь у Педагогического университета связаны наилучшие воспоминания. В 2005 году на фестивале «Российская студенческая весна» творческий коллектив факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии с представлением «Я так хочу, чтобы ты» занял 3-е место в номинации «Региональная театрализованная программа». Пожелаем удачи нашим ребятам. Студентам. Но что касается творчества, у нас сейчас грандиозное событие всех вокалистов, всех певцов и певиц – Евровидение. Евровидение, да. Ты уже знаешь, кто будет представлять нашу страну на этом конкурсе? Мне припоминается, что это Сергей Лазарев. Снова Сергей Лазарев, да. Я видела его выступление, и как раз с этим выступлением он приезжал к нам буквально сколько? 3 года назад, может быть, не хочу врать. Да, не я знаю. Тоже помню то, что он, по-моему, на «Мисс Поволжье». Да, «Мисс Поволжье» он выступал. Кстати, прекрасная возможность была посмотреть его выступление, потому что все чебоксары могли спокойно прийти к контуру и увидеть его выступление. Кстати, как я считаю, наверное, самое лучшее, потому что там прям шоу. Видно, сколько люди бросили сил на это выступление. Практически магия, можно сказать. Ну, кстати говоря, вот я слежу за ним в Инстаграм, в социальной сети, и там у него довольно-таки достойно, мне кажется, он будет представлять в этот год нашу страну. Да, я желаю, что все-таки Сергей Лазарев выступил и победил, занял 1-е место, потому что Евровидение – это огромное, ну, как для меня, такое представление магии, наверное, и магии голоса, и магии декораций, и вот столько сил, наверное, надо приложить, чтобы выиграть. Я думаю, Сергея хватит сил. Ты знаешь, что вот у меня, например, Евровидение ассоциируется сразу с бурановскими бабушками. Бурановские бабушки, потому точно. Что это было настолько необычно. Необычно, думаю, да, это и просто вот слово. Песни, действительно, после Евровидения, они, по-моему, у всех потом на слуху, и все напевают. И это действительно, ну, здорово. Россия показала настоящих русских женщин. Русский дух. Да, русский дух. Но это же замечательно, что есть такой конкурс, где, возможно, ну,
увидеть разные страны, разных представителей. Да. Это действительно... После каждого Евровидения в интернете везде летают. Да. По большей части я замечаю вот такие мальчики, которые выступают вот в том году, кажется... А нет, не в том. Ну, в общем, большинство девочек смотрит как раз-таки этот конкурс, потому что и нравится как-то девочкам смотреть, как харизматичные. Я думаю, не только девочки смотрят все и болеют все. Ну, конечно. Я до сих пор помню выступление Гагариной с ее песней. Полина Гагарина. Полина Гагарина, да. Шикарное выступление, шикарный голос. На это нужно еще... работать и работать, чтобы вообще выйти на такой всегда, уровень. Вообще всегда, мне кажется, Евровидение — это такое театральное, можно даже сказать. Не только песни оценивают, не только голос, а вот больше вот масштабность Евровидения берет тем, что там вот действительно мини-спектакль, наверное, ставится на 3 минуты, когда человек... И летают люди, и что они там только не делают. По стенам ходят. Да, это тот же Сергей Лазарев. Ань, ну, может, с тобой сыграем в такую игру? В какую же игру? Ну-ка, мне стало интересно. Игра «Правда-ложь» про Евровидение. Угу. Давай будем задавать друг другу вопросы. Ты тоже пока придумай, подумай, какие вопросы ты сможешь мне задать. То есть какие-то факты. Да, о факты. Евровидении. А я буду и ты угадывать, правда это или ложь. Давай, ну, я давай начну. Тогда я вот предлагаю нам с тобой вытащить. А, то есть ты уже подготовилась все-таки к этой игре? Конечно, да. Итак, Ань, первый факт. Ирландия. Рекордсмен по количеству побед. Правда или ложь? Как считаешь? Ну, я больше склоняюсь, что это правда. Правда. Молодец. Ирландия, видимо, самым шикарным голосом. Ну что, давай планете. Следующий мой вопрос. В 2015 году впервые к участию в Евровидении была допущена страна не из Европы. И это была Австралия. Как ты думаешь, это правда или ложь? Я думаю, что это правда. Я считаю, что это правда. Действительно, это правда. То есть я угадал. Да, ты угадал, молодец. Здравствуйте, вас как зовут? Добрый день, меня зовут Ирина. Куда мы пришли? Что это такое? Объясните пару слов. Это мини-ориентирование. То есть здесь можно потренировать навыки ориентирования в реальных условиях. Компас, с помощью него можно найти север и все остальные стороны горизонта. Ну и... Научите меня, научите. Сейчас мы где-то... Очень просто. Мы смотрим, кладем компас ровно, смотрим, чтобы никаких электромагнитных приборов или металлических под ним не было, или рядом с ним микрофон, например. Вот. И та стрелка, которая красная, она показывает на север. То есть север у нас вот там. Север там, да. Хорошо. А юг там? Соответственно. Значит, в Сочи мне туда ехать, да? Ну, вообще познавательно. Правда, я не была готова. Я не знала, что за мероприятие меня ждет. И про что тут рассказывает? Он макарошки вижу, как варить, или что это там? Он рассказывает про туризм, про основы, что нужно брать с собой. А мне объяснить, что это такое? Что это за веревочка? Узлов. Это маленькая веревочка, называется шестерка, она по диаметру так называется. Ну, в данном случае ее используем сейчас для связывания узлов в основном. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Вова. Владимир. Так, можешь объяснить, что это такое для такого человека, как я, который не разбирается в этом? Давай. Это индивидуальная система самостраховки, предназначенная, ну, вообще для походов, для соревнований. Ну, можно по веревкам с ними залазить. Вот, допустим, возьмем жумар. Жумар. Это называется жумар. Умар, жумар. Этот элемент называется бабочка. Поднимаете сюда наверх, руками держите за верхнюю веревку, ногами идете по нижней. Приставным шагом, приставным шагом. Ничего сложного, самые простейшие элементы. Давай. Так, ребятки, самое интересное начинается сейчас. Я нашел время, пока никого здесь не будет. Ну, никого здесь нету. Давайте же полазим. Давайте, это самое интересное. Пойдемте, пойдемте. Сейчас будем рассказывать про палатку, про составные ее части. Ага. Вот, смотрите, девочки. Девочки, слушаем. Девочки, слушаем, да. Вот. Будьте как дома.
Да, это ваш дом. Ну, на самом деле, есть дом для похода, во время похода. У палатки имеется тент. У палатки имеется две двери. Смотрите, например, подумайте, что вы возьмете с собой именно в палатку, а что вы оставите в наружной части, либо в тамбуре. Кто тебя сюда позвал участвовать? Тебе здесь вообще понравилось? Да, понравилось. Вот, сам лазил? Да, лазил. Мне вот это понравилось. То, что лазить, да? Да. А веревки крутил? Нет. Не успел, да? Успел. Ты бы жил в палатке? Не в общаге, а в палатке, вот здесь, около общаги. Да. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Зимой не жил бы, но в такое время, да. Ну что, Катя, мы так с тобой заболтались о Евровидении, что забыли представить нашим телезрителям видеоролик, который мастер-класс турклуба «Надежда». Да. Болтушки, девочки такие. Ну а вторая часть, как всегда, самая интересная. Сегодня у нас в гостях выпускник факультета иностранных языков педагогического университета, учитель английского языка школы номер 37, один из организаторов литературного содружества «Пульс», заместитель руководителя межрегионального форума «Сгущенка» и актер театральной мастерской Игоря Милосердова Михаил Маюшкин. Привет, Миш. Привет. Как настроение, как тебе студия? Актер перед камерами? Страшненько. Страшненько? Конечно. Ну, в театре же все по-другому, не перед камерами. Не совсем. Вообще в театральной среде есть хорошая такая поговорка. Если актер не волнуется перед выходом на сцену, то ему там делать нечего. Mm-hmm. Ну, я с ней, в принципе, согласен. Каждый раз должен быть как первый раз. Да, это всегда волнительно. Миш, поскольку ты для нас все-таки в первую очередь выпускник ЧГПУ, давай с тобой поговорим о твоей студенческой жизни. Скажи, почему именно ты выбрал ЧГПУ? Mm-hmm. Вернись тогда в абитуриенческий возраст. Ладно, раз уж мы тут говорим на чистоту, да? Для начала я попал туда не то чтобы случайно, а просто я не попал в ЧГУ. Угу. Поэтому поехал в ЧГПУ, туда подал документы, меня там с радостью приняли, а потом я втянулся. Полюбил. Да, мне понравилось, методисты меня хвалили, им нравилось, как я вел уроки. Мне нравилось то, как я себя держал. Мне пророчили будущее большого педагога, я всем поверил. Думаю, ну, наверное, стоит попробовать. Наверное, такая судьба тебя завела в наш университет. Возможно, кто знает. А вот смотри, почти все утверждают, что студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни. И на данном жизненном этапе, вот пока нам не 90 лет, ты согласен ли с этим утверждением? Ну, я, по крайней мере, могу сказать, что они были самыми яркими, наверное, годами в моей жизни. Это много что во мне поменяло, много во мне воспитало. В частности, когда ты живешь в общежитии, как бы без родителей, тебе приходится самому себе учиться готовить, самому стирать вещи. В общем, бытовые мелочи, ты к ним со временем привыкаешь, это потом здорово помогает во взрослой жизни. Плюс к этому у меня завелось очень много новых друзей. И я этим людям за многое благодарен, потому что сейчас прошло почти 7 лет. С тех пор, как мы знакомы, эти люди были всегда рядом. В какие бы ситуации мы ни попадали, что бы ни случалось, хорошее, плохое, они всегда меня поддерживали, всегда были рядом. И это просто моя вторая семья. Mm-hmm. Миш, слушай, а вот как и многие студенты факультета иностранных языков, вообще у студентов этого факультета есть такая возможность уехать за границу? То есть на практику, на семестр. Скажи, ты воспользовался этой возможностью? Нет, не воспользовался. Увы. А какие страны тогда ты хотел бы посетить, может быть? Наверное, хотел посетить Канаду, потому что мне очень интересно, как живут билингвальные страны, ну то есть страны, где два официальных языка. А учитывая то, что на факультете иностранных языков у меня был их английский и французский,
там как раз эти два языка государственные. Угу. Мне очень интересно, как это происходит. Я бы съездил. Франция, конечно же, Америка и Британия по классике, наверное. Скажи, а сложно было учиться вообще вот первый семестр, первый курс? Потому что я как первокурсница этого факультета, мне было очень тяжело втянуться вот в этот постоянный огромный поток информации, который нужно выучить в кратчайшие сроки. Тебе легко было учиться или все-таки тяжеловато? Ну, понятно. Раз он говорит на чистоту, да, я был далеко не самым прилежным студентом, но у меня никогда не было проблем с учебой как с таковой, потому что на третьем, если мне память не изменяет, курсе, благодаря своим успехам я вообще перевелся с бюджета, с платного на бюджет. Молодец. Вот. Это очень тяжело и очень сложный путь, да, я знаю. Просто понимаешь, так вообще ситуация произошла такая, что на английском отделении я был единственным парнем. Ага. Ну, это вечные проблемы ЧГПУ. Нет, нас поступало на английское отделение, то трое. А, то есть вот так вот тут. Ну да, то есть один как бы не справился со всей этой нагрузкой. Это как раз мой лучший друг. Ну видишь, выдержал. Остается самый стойкий. Ну, видимо. Либо ты, либо у тебя закон джунглей иностранного факультета, поступайте в ЧГПУ. А вообще вот, что значит для тебя вуз? ЧГПУ это? Отдельный мир, наверное. Я нигде такого еще не встречал, чтобы настолько плотно все факультеты друг с другом сотрудничали даже. Несмотря на всю вот эту конкуренцию вроде студвесен, несмотря на всю эту конкуренцию там на днях дружбы народов, перловках и так далее, все равно мы как-то очень были тесно друг с другом связаны, и никогда не было какой-то прям лютой такой ненависти к другу. Вот даже сейчас, после моего выпуска, меня к себе приглашает психолого-педагогический факультет, чтобы я ему помогал ставить перловки и студвесны, ну, редактировать. Mm-hmm. Вот, я прихожу там, ставлю им актерку, что называется, помогаю чуть-чуть так со сценарием, то есть... Полезное дело для вообще студентов, когда уже приходит человек с опытом. Да, мы знаем, что у тебя был довольно активный такой опыт. Опыт. Да, ты был очень активным студентом. Расскажи нам, пожалуйста. У нас даже есть вот фотографии. Да. Что это такое? Что это за роль? Так, это, во-первых, уже из школы. Мы поздравляли женщин с 8 марта, и это был... Ну, как сказать? Что-то вроде намека на, как их, новых русских бабок, вроде того. Мы, в общем, читали частушки и всякие шутеечки вот в таких образах. Времени просто было мало подготовиться, поэтому все, что мы успели, это повязать на себя платки после предыдущего выступления. Но главное, что всем зашло. Образ получился великолепный. Ой, спасибо. А вот следующая фотография. Здесь вы, наверное, со своим факультетом уже, да. Я так... предполагаю. Все верно. Это наша ежегодная традиционная премия, как мы ее называли, «Оскал». Так как мы факультет иностранных языков, мы старались поддерживать традиции стран, культуру и языки которых мы изучаем. Собственно, это происходило в Хэллоуин. То есть мы наряжались кто во что гораст. И у нас были различные номинации, вроде «Свежее мясо года». Ух ты! «Призрак фия», там «Нытик фия», «Гроза фия» и так далее. А как можно было получить вот эту номинацию? По поведению. За тобой следили все вот это время, пока ты пребывал на факультете, и в зависимости от того, как ты себя вел, тебе выдавалась номинация. Угадайте, кто был «Нытик фия» все годы? Креативность факультета иностранных языков зашкаливает просто. Ну, кстати, до сих пор на иностранном факультете во время Хэллоуина развешивают все вот эти вот плакаты страшные, кто-то даже наряжается. Ой, да, традиции. Мы, кстати, коридоры же украшали всем этим рваным тряпьем, коровью масками, да. Это кажется, было... вот это же тряпье у нас сейчас висит спустя года. Миша, а это что-то, что за фотография? Так, она должна быть вот такая. Вот такая? Нет, ну, надо. Вот такая? Да. Господи. В общем, суть такова, что... Каждый раз, когда мы проходили какой-то новый урок, новый раздел в учебнике, нам нужно было на этот раздел
поставить сценку. Это было на втором и на третьем курсах. Получается, что, если я не ошибаюсь, это было наука и технологии. И мы ставили сценку. Нужно было использовать активную лексику. И мы ставили сценку, как семья улетела на путешествие на Луну. Типа это стало в будущем доступно, и, в общем, семья туда уехала. За основу мы взяли Игоря и Лену, известный дуэт из КВН, команды «Днепр». Вот. Ну и там, в общем, семейные разборки на Луне начинались. Это наша репетиция. Собственно, мы умудрились девушку, которая исполняла роль тещи, засунуть в чемодан, чтобы она в какой-то момент просто оттуда вылезла. Вот это гибкость. Слушай, Анют, я хочу еще показать ему такую фотографию с дружбы народов. Один из самых главных, не менее важных, как и «Студвесна», наверное, праздников на иностранном факультете. Расскажи нам об этом. Так, это мы ставили итальянскую семью. Так, итальянская папой? Семья и русская семья, да. И я был папой... Итальянцем? Нет, русским. Русским? Да, то есть я играл... Причем, знаешь, я играл именно не отца, а именно такого батю. Знаешь, такого стереотипного. Причем самое забавное, в что... В рубашке, в галстуке. Да, самое забавное, что был вот такой вот контраст, то, что как бы русский батя с длинными волосами, с хвостом сзади, в рубашке, в галстуке, и они приезжают в гости к итальянской семье. И что самое интересное, я за эту роль получил типа студ Оскара за лучшую мужскую роль. Но так как ведущие перепутали, в общем, там имена и роли, кто кого играл, в общем, статуэтку забрал другой человек, и эта статуэтка до сих пор у него. Господи, он тебе не отдал? Я и не стал требовать, типа, пусть будет. Главное, это звание. Все-таки я этого достиг. Ну да, я ко всему старался относиться с юмором, что из-за этого грызться-то. Очень важное качество. Ну, давайте перейдем к следующей твоей деятельности, немаловажной, это театр. Как актер театра ты сыграл уже, ну, наверное, таки не одну роль. Поэтому расскажи нам, есть ли у тебя любимые? Ну, из всех, наверное, ролей моя любимая – это роль Ступака в спектакле «Дастным с ангелом», как раз которую мы ставим с Игорем Геннадьевичем Милосердовым. Почему она мне нравится больше всего? Потому что этот персонаж для меня наиболее раскрылся из всех, кого я играл. Несмотря на то, что в самом тексте не написано ни его предыстории, ни биографии как таковой, там написано просто, ну, вот ситуация, какая она есть, мы все равно долго эту роль разбирали, то есть я знаю мотивацию этого персонажа, почему он себя так ведет, каким он вообще должен быть. И что самое интересное, что мне больше всего нравится, это то, что Милосердов всегда старается сделать спектакль таким, чтобы он отличался от предыдущего показа. И у нас с ним каждый раз за кулисами разные разговоры. То есть Ступак – это та роль, которая каждый раз у меня разная. Меняет. Это, да, это добавляет такой перчинки, что ли, в нее. Наверное, в этом-то и театр интереснее, чем кино, потому что ты видишь не эту запись однообразную. Живые эмоции. Да, а каждый раз один и тот же спектакль, он абсолютно другой. Абсолютно. Скажи, Миша, а что тебя вообще привело в театр? Как ты попал в мастерскую? Как ты начал дальше играть? Продолжил свою карьеру актера? Ух, это долгая история. Так, в общем, попал я вообще случайно. Потому что вообще сначала попал в чувашское кино. Просто объявлялся кастинг для будущих ролей. Я написал человеку, Косте Ефремову. Он на тот момент был занят другим проектом и отправил меня к другому начинающему режиссеру. В общем, я играл в комедии и познакомился с Владимиром Синяевым. Он играл эпизодическую роль в том же фильме, моего босса. А вот у него как раз была театральная труппа. Ему понравилось, как я сыграл там, и он меня к себе позвал. Мы тогда базировались в ДК Хузангая. Вот. Я год провел у него. Потом, к сожалению, мы разошлись. И потом у нас собрался такой любительский театр, труппа. Мы на свои деньги, своими собственными усилиями, то есть все любители, все ребята были с улицы, поставили собственный спектакль по сценарию нашего, ну, режиссера. Ему было 26 всего, и он был вот только-только свежий выпускник режиссерского училища питерского. Вот. Спектакль прошел
Очень классно. Я не помню, сколько было народу, но я помню, что мы набили зал вот этого ДК Хузангая все своими силами. Мне до сих пор эту роль очень часто припоминают. Вот. А с Милосердовым я познакомился благодаря своему содружеству «Пульс», так как второй организатор – это Дима Соколов, а Дима у него играл уже третий год на тот момент. Просто Милосердов обо мне знал. И в какой-то момент ему понадобились актеры, и он мне предложил: «Хочешь пойти в мою мастерскую, в мою труппу?» Я согласился. Так и там очутился, собственно. Интересная, конечно, у тебя актерская судьба. Да вообще. Оказываешься вот именно в то время, в том месте. Ну, а вообще, больше тебе нравится играть положительных персонажей или, ну, отрицательных? Не скрою, отрицательных. Почему отрицательных? Я не знаю, мне нравится. Ну, во-первых, наверное, потому что создается контраст между мной... Настоящим, да, и персонажем. Во-вторых, внешность, наверное, играет роль, потому что где бы я ни очутился в незнакомой компании, первые слова, которые я слышу: «А ты похож на Драко Малфоя». Вот. Еще потому что, не знаю почему, мне всегда больше импонировали злодеи, потому что в них как-то больше, что ли, харизмы. Ты лучше понимаешь их мотивацию, чем протагонистов, потому что у них, у протагонистов, мотивация всегда одна: «Я хочу тебя остановить. Не бывать такому, я сделаю все хорошо». А у антагониста какие-то мотивации все есть. Да, у него личные драмы, у него какие-то глобальные планы, у него на что-то там злость. Ну что, Кать, настало, наверное, время проверить нашего гостя. Гости, да. Ну что, вот злодей, а вот сейчас мы проверим, как ты справишься с нашими заданиями. У нас для тебя есть маленький интерактив, а точнее, не маленький интерактив. А здесь строчки из популярных песен. Из популярных песен, которые слушают все подростки нашей страны. Совсем не высокая какая-то литература, но ты должен нам рассказать так, словно это Пушкин написал или какой-то другой не менее важный, талантливый писатель. Давай, Миша, мы в тебя верим. Если бы я еще такие песни слушал. Ладно. Мы торопимся, ведь жизнь лишь одна. Слышим, братик, нам не до шуток. Мы летим, чтобы забрать свой кусок. На ногах Адидас, самый новый коллаб. Стрелка в пол, дядя Коп, адьос. На ногах Адидас, самый ровный коллаб. Стрелка в пол, мы летим на шашлындос. Браво, прекрасно. Я думаю, это лучше оригинала. А дальше не менее интересная песня. Скажи мне, что с тобой? Что с тобой? А чё ты вялая? Давай, иди со мной. Я буду тебя баловать. Бал, танц, утро, ночь, утро, дождь. Бал. Танцы, утро, ночь, утро, дождь. Мы типа грибы. Типа грибы. Поднялась влага в клубе, и мы растем. Я действительно все какие-то грибы. Я уже не могу, все. Это очень смешно. Так. Это надо, наверное, как Есенин читать. Как по юности с дому сбежал, так с тех пор не могу усидеть. Я на месте одном и ни дня. В приключения все тянет залезть. Самый непроходимый маршрут небо яркое скроет в дыму. Кто сказал, что я не боюсь? Ха, я боюсь. Я боюсь, но иду прямо за мечтой. Провожать не стоит. С выводами погоди. Не нуждаюсь в жалости. Путает порой то деньги, то любовь. Но над этой пропастью
только и успеваю тормозить. Знаешь, это как будто да, само это стихотворение. Да, действительно. Мурашки по коже пошли. Да. Каждый такой увидит, не каждый день увидишь да. актера, который читает по псу с такой интонацией. С толком, чувством, с расстановкой. Так. Звуки изобилия я чувствую, бро. Мы повисли на рэп и спустили курок. С чистыми мыслями дует на юг я. Хочу аромат ее губ. Из недр вселенной, из света звезды локоны палят ее из тени. Я завис на моменте горы и поклялся всю жизнь за тобою идти. Много пошаговых нервы и ложь, но этих поэтов ты вряд ли поймешь. Мэри окутала разум. Теперь не уснешь. Герои из книг не видели даже краше тебя. Меня будто бы мажет кайф из глубины глаз карего плена. Выбраться тяжко, но я был первым. Прекрасно, это Миша. Как, действительно. Но давайте мы не будем забывать, что Миша работает учителем английского языка. У нас даже есть фотография тебя и твоих деток, твоих уже, наверное, деток, которых ты учишь. И поскольку ты работаешь учителем иностранного английского языка, мы тебе предлагаем прочитать отрывок, так сказать, услышать английскую речь из популярной песни «Shape of You». Фух, так, хорошо. I'm in love with the shape of you. We push and pull like magnets do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day, discovering something brand new, I'm in love with your body. Мне остается слов, да. Просто. Надеюсь, я буду так же читать, когда закончу факультет иностранных языков. Миш, расскажи нам все-таки про школу, где ты работаешь, про ребят, про педагогику вообще у нас же. Как ты давно работаешь? Нравится ли тебе, что самое сложное? Ну, по порядку. Да, ну по порядку. Я сейчас заканчиваю второй год работы. Так. Ну, что было интересного? Интересного было много чего. Конкретно вот это. Эти ребята сейчас учатся в 7-м В. С ними, кстати, связана довольно интересная история. Вот как раз недавно произошла. У нас была неделя английского языка. Мы ставили сценки на известные английские сказки. И у нас было довольно мало времени, если честно, чтобы подготовиться. Ну, как там, это обычно бывает. Не, просто, знаешь, нормальные педагоги, а не я. Готовятся к этому там за месяц, знаешь. А я такой приношу им за полторы недели до начала сказку «Goldilocks and Three Bears». В нашей интерпретации это «Маша и три медведя». Uh-huh. И такой, там просто мало текста, зато много действий. Я такой, ребята, это наша. Ставим, да. Мы, в общем, пошили, ребята сами сшили себе костюмы, медведи сшили себе там вот эти шапки с ушками, ребята достали сами скатерти, вот эти мисочки, и причем мы все делали в одних и тех же декорациях, многие там, знаете, заморочились, сделали там замки, все такое, у нас было три кровати, это три спальных мешка. Животные в лесу – это были мягкие игрушки, которые мы просто вывалили на пол. И стол с этими мисками, которые играли роль одновременно и стола, где она живет с матерью, и стола для медведей. Я думал, мы вообще провалимся, но ребята с такой самоотверженностью к этому подошли, отыграли прям такие, ух, выучили все слова буквально там за два подхода. В общем, суть. Мы когда отыграли, там раздавали места, и мы стоим, мои ребята рядом сидят, мы налажали. Но в итоге все прошло хорошо? Я им говорю, ребята, у нас первое место.
один со мной спорит: а если нет? Я говорю: ты мне шоколадку. Объявляют нас первое место, он действительно купил мне шоколадку на следующий день. Какие заботливые дети. Наверное, им так приятно, что у них ставит актер, их учитель. Вообще, что самое сложное в работе учителя? Ой, ну, здесь, наверное, юлить не стоит. Самое сложное всегда – это находить общий язык с... ну, теперь я, наверное, имею право уже такое говорить, с более младшим поколением. Вообще не секрет, что сейчас поколения меняются с ужасающей быстротой, и даже я в силу своего возраста, мне всего 24, я многого уже не схватываю и не понимаю из того, что ребята обсуждают и говорят. Ну да ладно, скромничать ничего не схватывает. Поэт, актер, учитель, просто... организатор форума «Сгущенка». Огромный, столько... яркий студент нашего вуза. Захвалили. Столько всего, что просто действительно хочется сказать тебе огромное спасибо, что сегодня выбил время для нас из своего плотного графика и рассказал нашим телезрителям о своей жизни, о своем пути учителя, о своем пути актера. Показать, и вообще, да, показал, что актером можно быть, если захочешь этого, а не обязательно ехать куда-то в Москву. Показал действительно мини-представление, как нужно правильно читать стихи. Поэтому, Миш, спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе удачи. Успехов в твоих начинаниях. И будь таким же прекрасным учителем для своих детей и замечательным актером. Спасибо. Ну а мы прощаемся, дорогие телезрители. До новых встреч! До свидания!